Всем привет! Вы на канале «Мама и Йо». Всем привет, ребята! У нас сегодня поделки из пластилина. Давай будем показывать то, что ты уже налепил. Что это такое? Вот я так смотрю, давай вот со всех сторон крутим, вертим. Ребята, что это такое? Не понимаю, что это за маленькие кусочки пластилина? Жили-были дед и баба. Они пекли пирожки. Ну, на один день. Тук-тук, кто там? Да, слушаю. Кто это такой? Открывайте скорее дверь. Не откроем. Ням-ням. Ну, ничего, я и так крышу сейчас съем. Так кто это пришел к нам? Вот я вашу крышу. Смотрите, что внутри. А, там никого нет же. Видите, ребята, там никого нет, и правда. Давайте откроем дверь. Теперь. А, она не открывается. К нам пришел в гости вот такой вот динозавр. Не динозавр, но смотрите, какая у него челюсть. Челюсть и правда такая. Зубастая. Зубастая. Даже, знаете, зубаще, чем у акулы. Кстати, морское видео мы снимали в прошлый раз. Это был трафарет. Назывался он пловец. Кто не смотрел, посмотрите. Ам, ам, ням, ням. А это кто там? Покажи ты его, как ты его делал вначале? С головы начинал, с ножек? Нет, я начинал вот с такого туловища, от крепления головы. Потом я начал делать, знаете, вот такие запятые большие, а потом ладони прикрепил. Запятые. Лапки. Ну, потом, знаете, я прикрепил руки, но они у него потом отпали. То одна вот так, то вторая вот так. А потом я прикрепил голову, и она вот так отпала. Ну, не надо так делать, Вайла. Такой страшный у него. Вот эта пасть такая. Много чего там может в этой пасти поместиться, да? Там может, а да. А это что такое? Это ты сделал пещеру, в которой живет динозаврик? Это домик, где живет бабуся и дедуся. Бабуся и дедуся? Ну, сломал крышу. Смотри. Ну, какой смотрите. Нехороший динозавр. Смотрите, там никого же нет. Видите? Угу. Если вы кого-то там видите, напишите в комментарии. Смотрите, вот он какой. Злой. Что-то он взял в рот. А что? Крыша от дома. Какой страшный. Смотрите, смотрите, он сейчас кушает нашу дверь. Не получилось, у него пасть только. Потому что у него пасть пластилиновая. Mm. А пластилиновый динозавр все-таки не такой страшный. Ну что, давай ставь его сюда на подставочку, чтобы наша пластилиновая композиция была законченная. Открою я ту дверь. Смотрите, там реально никого нет. Угу. Вот, я открыл дверь. Сейчас. Так. Вот такая. Нет, он как будто бы заходит. Ну, хорошо. Заходит в свой дом. Ну что, ребята, если вам понравилась эта композиция, ставьте лайки, пишите комментарии и смотрите наше следующее видео. Всем пока-пока! А мне пока!